Дамы и господа, друзья, всем привет! Сегодня хочу показать вам участок в деревне Монделево, ИЖС 13 соток на берегу карьера живописного. Очень красиво все, поехали! Вот такая солнечная погодка балует нас, дожди шли всю неделю. Едем в сторону Монделево, слева от нас коммунар сейчас. До города на самом деле час на общественном транспорте. От участка до остановки, правда, там километр с копеечками, но тем не менее, очень все красиво здесь. Подъезжаем к повороту Монделево, видим 0,5. Поворачиваем слева, заправка, коммунар. Вот, въезжаем в саму деревню. Первый поворот налево нам туда не надо. Вот сосны. Ориентир хороший. Как только их проезжаем. Вот второй поворот наш. Внимательно. Слева красный забор, справа зеленый. Смотрите, сейчас вашему вниманию откроется, вашим глазам предстанет замечательный вид. На самом деле здесь земля дорогая в самой деревне, от 140, от 100, ну, 130 тысяч за сотку. Мы же свой объект отдаем вообще дешево. Человеку нужны деньги. Дешевле точно дарить не будет он. По крайней мере, мне так сообщил. Вот, смотрите, товарищи, дамы и господа. Вот это может быть... Этот вид может быть вашим отчасти. Вот, внимание, вот эта вот выделенная полоса сейчас закрыта, сосед закрыл. Это подъезд к вашему участку. Вот видите, слева домик под Андулином. Это ваш на участке. Сейчас, внимание, заходим с пешеходного. Вот наш участок, 13 соток. Дом, брус. Вот там заезд за березкой. Вот граница слева. Так, внимание, заходим в дом, смотрим. Свежие под крышей окна стоят. Пол на ваше усмотрение. Ну, здесь можно домик для гостей организовать. Как вы уже заметили, основной участок свободен. Вот так, тихо, уютно, до карьера. Минута. Сейчас он от нас слева. Вот там проход пешеходный. Вот здесь будет подъезд, где яблоня, если вы купите.